В селе Колымское Нижнеколымского района ограничена подача электричества. В поселке действует режим повышенной готовности. Проблема в том, что в связи с установившейся в районе аномально теплой погодой, там до сих пор не открыт автозимник. На электростанции отдаленного села Колымское закончилось топливо, из-за чего жители поселка уже третьи сутки получают электричество ограниченно. На сегодня с помощью гусеничных вездеходов и снегоходов доставили 3 тонны топлива. Также решается вопрос перевозки жизненно важного ресурса вертолетом. В дальнейшем до открытия автозимника завозить топливо планируют малотоннажной вездеходной техникой. Каждый день сделали так, что завозим по небольшому количеству. Ну, это небольшое количество, но мы завозим. А сегодня у нас по остаткам было... То есть на 12 тонн с лишним, да, 12 500, это у нас хватит примерно на неделю, так хватает. И привлекаем и вездеходы, и снегоходы, вот мы вводим, и вот эту потребность мы исключаем. То есть мы должны продержаться до открытия зимника.